Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алании», Paradise Alania. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость в Турции, а именно хотите купить квартиру в Алании, то звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Дорогие зрители, сейчас я нахожусь в районе Каркаджак. Тут продается очень хорошая квартирка в новостройке. 1 плюс 1 под ключ с очень хорошей вот территорией и с инфраструктурой. Тут по вечерам очень красивый закат. Рано пришел, не могу вам показать. Тут вся краснота на небе. Отсюда видна крепость Алании. Вот она. Вид у вас никогда не закроется, так как проект немножко на высоте. Расстояние отсюда до моря, до воды максимум 1150-1170 метров. Тут мэрия Каркаджака вот установила, мэрия Алании установила большой парк, теннисный корт, баскетбольная площадка, детская игровая площадка и тому подобное. Так. Огромная территория с бассейном, внизу есть беседочка, вот там по лесенкам спускайтесь вниз, сейчас тоже покажу, я спущусь, все вам покажу. Есть крытая парковка, есть открытая парковка, есть крытый бассейн, джакузи, сауна, хамам, айдат 750 лир каждый месяц. Квартира находится на третьем этаже, но она как... восьмой этаж, потому что там пятиэтажки, видите, квартира находится над ними. На данный момент я вот снимаю, вы видите. Показываю квартиру. Вся жилая площадь здесь 47-50 квадратных метров вместе с балконом. Также отсюда вид на горы. Глазами это видно вот так. Вот так я все вижу. И море, все вот вижу я вот так, своими глазами. Вот как в ролике, так и видно. И бассейн вот так видно. Входим в квартиру. Значит, здесь у нас гостиная совмещена с кухней. Мягкая, хорошая мебель. Диванчик. Высокие потолки, 290 сантиметров. Как минимум. Бытовая техника в основном фирмы Бека. Угу. Вытяжка, все, вот видите, все Бека. Акриловая столешница. В этой стороне спальня. Как минимум 11,5-12,5 квадратных метров. Высокие потолки. Здесь санузел, тоже нормальный санузел. Проточный водяной крыватель фирмы Veito. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам всю территорию. Отпишу я вам цену. Цена этой квартиры 130 тысяч евро без торга. Звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Смотрим ролик до конца, ставим лайки, комментируем, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. И тех, кого интересует недвижимость в Алании, заранее давайте свой запрос, и я вам подберу то, что есть сейчас на рынке. Потому что хорошую квартиру сразу уходят, покупают. На этаже у нас 6 квартир. Лестничная площадка, лифт. Вызовем лифт. Лифт вместимость 8 человек. Ну, 6, скажем. Спустимся на цокольный этаж. Спустился я вниз. Здесь крытый гараж. Также снаружи у нас открытая парковка. Как вам отсюда? Вот отсюда гараж, вход. Смотрим с этой стороны, где у нас вход. Вот где видеть пустые места, можете там остановить машину. Также наверху была открытая парковка. Я постараюсь туда тоже пойти. Есть генератор.
Тут у нас инфраструктура. Джакузи. Ой, хамам. Так, дальше покажу красота. Качественного застройщика. Тут санузел. Не знаю, как его включать. Отключили пока что. Большой санузел. Ну, на 8-10 человек. Тут душевые кабинки. Здесь джакузи. Добавок. Есть еще крытый бассейн большой. До моря максимум 1150-1160 метров до воды. Крытый бассейн. 10 метров в длину, 6 метров в ширину. 6 или 8, как квадрат. Душевая часть, фитнес-зал, будущий спортсмен, детская игровая комнатка, бар. Для день рождения можно здесь отмечать. Так, также открытая территория у нас. Вот покажу проект, вот за нею открытая территория, парковка открытая для машин, можете там также остановить свою машину и подняться в квартиру. Мяу, мяу-мяу. Так, горочка у нас, сердечко, можно сделать фотки. Ой, какая красивая фото. Так, как мне сделать фон был, чтобы красивый? Вот так. Так. Или давайте вот так. Прямо солнышки посередине. Поймаю. О, красиво поймал. Поймал. Хороший кадр. Большой, где-то 20 метров в длину. 20 метров в длину. Большой бассейн. Infinity бассейн. Здесь у нас фонтанчик. Вот. Тут купаетесь и вот так смотрите на море. Море я вижу, а вы видите солнышко. Вот такой большой бассейн. Вид на горы. Зона барбекю. Вот. В той стороне играет теннис. Баскетбольная площадка есть. Детская игровая также. Спортоборудование. Детская игровая площадка. Вот лесенка спускается отсюда вниз. Здесь. А, перевернулся. Так. Есть пандус. Вот как они сделали. Дум пандус. Вот так отсюда идете. Так, вот там фонтанчик. Летом работает сезон. Тут деревья еще вырастут. Будет красиво. Своя территория. Там тоже садик продолжается. Все, минусы. Никакого нету. Оливки даже есть на деревьях. Смотрю, они вкусные. Можно их кушать? Или нельзя? Бля. Это... Они смотрят за положением этого проекта. И здесь у нас еще вход. Один вход наверху. Один вход в открытой парковке. И еще другой вход здесь. Еще раз, кого интересует недвижимость в Алании, звоните по номеру +95 064 91 10. Цена этой квартиры под ключ 130 000 евро. Всем пока-пока. Звоните.